2 февраля 2022 года вступают в брак граждане Российской Федерации. Гизатуллин Кирилл Андреевич, Макарова Карина Игоревна. В этот зал вас приняла любовь, самая прекрасная и самая удивительная чувство. Сегодня у вас самый важный и торжественный день. День рождения вашей семьи. Уважаемые Кирилл Андреевич, Карина Игоревна, наступает ответственный и торжественный момент вашей жизни. Прошу ответить вас. Является ли ваше решение вступить в брак искренним и взаимным? Прошу ответить вас, Кирилл Андреевич. Да. Вас, Карина Игоревна. Благодарю. В знак согласия заключить брачный союз приглашаю вас поставить подписи в записи акта о заключении брака. Государственный документ, свидетельство о заключении брака, как подтверждение того, что ваш брак признан государством и обществом. Уважаемые супруги, прошу вас обменяться обручальными кольцами, и пусть их ослепительный блеск озаряет своим светом ваши любящие сердца. Сегодня, 22 февраля 2022 года, мы решили скрепить свой союз. Дата уникальная, она зеркальная. Нам она с женой очень понравилась, и мы решили именно в этот день скрепить свой союз. Я ее очень сильно люблю.